Сашины друзья, Светины подписчики. Я хочу вам представить этих ребят. Для кого-то они Света Ананас и Саня Жуков. Для кого-то они Света Ананас и Ганганыч. Для кого-то они Света Ананас и Механик. А для кого-то они даже Света Ананас и тот парень в кепке. И ради этого дня он к своей кепке подобрал обалденный костюм. Я хочу вам представить этого автогонщика, этого чемпиона, обладателя самой красивой ладошки. Уж мы-то с вами знаем. Его зовут Александр. Давайте Сашу поддержим аплодисментами. Она икона стиля. Она инстадива. Самый известный блогер в Екатеринбурге. Ради этого дня она несколько лет отказывалась и не брала рекламу Шампурико, чтобы сделать одну, но большую интеграцию и накормить сегодня всех на свадьбе. Они по субботам нет доставки для блогеров. Но они по субботам не сделали доставки, поэтому мы сами. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить это важное и трепетное событие. Кто-то называет его брак, мы говорим коллаборация. И называется она «Ананасовый жук». Ну,
а если серьезно, вы не представляете, что сейчас с ними происходит. Они молодые, но я стою здесь вот рядышком на расстоянии 1.5 метра и чувствую эту ритмию, это волнение, эти переживания. Потому что сегодняшний день для кого-то контент, для кого-то работа, для кого-то возможность засветиться в телевизоре. Ну а для ребят сегодня все по-настоящему. И они к этому дню проделали уже очень большой путь. Они проехали по очень длинной трассе. Они были настоящими друзьями, а сейчас они по-настоящему любят друг друга. И я знаю, что в этот день им есть что сказать друг другу. Поэтому я сейчас хочу Свете передать микрофон. Давайте ее поддержим аплодисментами. Пожалуйста. Я благодарна судьбе, что я пришла в тот день на ледовые гонки, и тот день изменил всю меня. И подойди поближе. В общем, за все это время, когда мы с тобой, я не только успела полюбить тебя, а полюбить себя, какая я с тобой. Спасибо тебе большое за счастье, которое ты мне даешь. Я тебя очень сильно люблю. Ты механик моей ананасовой души. Это очень красивые слова. В общем, на самом деле, я не готовил никакую речь, но я хочу сказать тебе спасибо, что ты приехал на те самые гонки. Помимо этого, я хочу сказать тебе спасибо, то, что ты даришь тепло и свое внимание, потому что оно настолько бесценно, что я не знаю даже, как благодарить Бога, что ты выбрала именно меня, находишься рядом со мной. И твои лучи направлены только на меня. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я постараюсь сделать для этого максимум. Я очень сильно тебя люблю. Ребята, сегодня, когда вы стоите на пороге вашей новой большой совместной жизни, я все-таки обязан спросить тебя, Александр. Готов ли ты провести всю жизнь со Светой? Заботиться о ней и защищать? Быть с ней и в радости, и в те моменты, когда Светины посты собирают лайков меньше 10% от общего числа подписчиков? Саша? Он согласен, аплодисменты! Спасибо, Денис. Света, готова ли ты провести всю жизнь с Сашей? Быть с ним и в радости, и в горе. Ведь мы знаем, что жизнь – это не такая простая штука. Жизнь – это как прическа Андрея Али. Сегодня одна, а завтра совершенно другая. Готова ли быть Сашей надежным другом, надежным штурманом в этой большой гонке под названием «Жизнь»? Это было «Да». Аплодисменты Свете. Денис, ты не уезжаешь, подожди, еще не все. Напоминанием о тех обещаниях, которые дали вы нам сегодня, будут колечки. Поэтому мы сейчас попросим подать нам колечки под аплодисменты, пожалуйста. Первое кольцо надевает Саша на Свету. Покажите, покажите нам колечки, мы хотим за вас порадоваться.
все, сегодня 24 сентября 2022 года. Мы, все здесь присутствующие, ваши родители, ваши близкие и друзья, объявляем вас... По коже сердце бьет быстро, не остановите. Каждый удар разрывает внутри. Мы любим друг друга, всех увидим. Держи мою руку, не отпусти. Один плюс один равно мы с тобой, и нас не разделить. Руки на замок, и пусть целый мир. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. Что вам на что-то
Хватит. Ну что за хватит? Да. Мы вас любим, ценим и уважаем. Мы много говорить не будем, но мы вас поздравляем. И чтобы все в жизни было хорошо. Забирайте. Дорогая сестра. Я тебя очень сильно люблю. Я рада, что ты отдала свое женское счастье. Любите сильно, люблю, уважайте, понимаете. Поздравляю вас. Саша и Свет, ну, что я могу сказать? Я вас поздравляю. Желаю, чтобы вы жили вместе долго, счастливо. Ну и всего, чтобы сбылись все мечты, которые сейчас у вас в головах. Ну и всего-всего хорошего. Я не готовился, поэтому. Спасибо. Здоровья главное, мира и согласия. Я и правда считаю, что мы сестры, потому что очень много нас связывало. Свету я тоже давно знаю, знаю ее блог, читала давно еще вообще, я не знаю, может быть, лет там 8 назад, когда мы только начинали общаться с Сашей. Вот. Ну что сказать, счастье молодым. Наконец-то мы тут все смеемся, едим вкусные бургеры. Я так хотела есть, честно. Как всегда. Вкусная еда, вкусные напитки, отличное настроение. И пусть всю жизнь у вас будет только так. И никак иначе. Вообще никак. Саш, я желаю тебе только всего, всего, всего классного. Свету я лично не знаю, я сегодня делаю первый раз, но блог. Да, смотрю. В общем, ребят, вы супер, смотритесь отлично, будьте счастливы, я вас целую, обнимаю. Ну, от всей нашей маленькой, но не полной в данном случае семьи, большой нету, но она тоже сердечно, со всей душою, как это еще сказать, со всей братской любовью. Ну, тут уже с тобой, что я, сколько? Я даже не помню, сколько мы лет уже живем с тобой. 35, да? 35 лет. Ну, в общем, я надеюсь, у вас все будет. Вот отсюда и до конца. Без всяких лишних передряг, нервов и всего вот того, что нахер в хорошей такой семье мне надо. Чтобы вы были счастливы, у вас все получалось, все, о чем вы мечтаете, все сбывалось. Мы вас любим. И сердечно всей семьей моей маленькой Жуков Конюшу поздравляем. Счастья вам, любви, удачи. Я кратко позволю себе перефразировать Маяковского и скажу, если вы друг друга любите, значит, вы всегда друг с другом, всегда за друг друга, при любых обстоятельствах. Поздравляем. И я бы хотела вас, ребята, поздравить от журнала «Свадебный вальс» как главный редактор в стихах. То, к чему прикасаются руки твои, истлеет. Медленно жизни огонь пожирает все, что живет. То, что любит сердце твое, уцелеет. Дольше нас только любовь живет. Я хочу, чтобы вы любили себя, любили вокруг всех своих близких и родных, и также они отвечали вам взаимной любовью, чтобы любовь эта ваша просто обогащала все вокруг и долго-долго жила. Ну и, конечно же, а мы как СМИ, а мне даже по букету видно, что я СМИ печатная, мы дарим вам возможность рассказать о своей свадьбе со страниц нашего глянцевого издания для молодоженов. В следующем номере стать лицом этой обложки журнала «Свадебный вальс». А также принять участие в розыгрыше, так как вышел 100-й номер. Принять участие в розыгрыше конкурса «100 счастливых невест города Екатеринбурга», самый главный приз которого – это путешествие вдвоем, романтический уикенд в Сочи на Красную Поляну. Learn to read or write.
bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, be good. He used to carry his guitar in a gunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Old engineer was seen sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. The people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy. Что такое? Как дела? Супер просто. Он муж у тебя стоит какой-то это красненький почему-то. Go, Johnny, go, go. Allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree. I love it when you call me Big Pop. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Светлана, Александр, с большим уважением хотел бы вам пожелать, чтобы вы оставались такие же позитивными и были во всем первые. Так как у вас сейчас уже семья, вы все должны делить поровну. Соответственно, я хочу, чтобы вы были такие же первые, как данный аксессуар, который будет являться неотъемлемой частью вашей жизни. Примите от нас маленькое поздравление. Открывайте. Забыл. Извините. Это вам 14-й айфон. Или в России. Да? Это у вас? Горько! Это в вашей семье iPhone 14. Поздравляем! Ребят, вы такие клевые, зажигательные. Хочу, чтобы у вас вся жизнь так проходила весело, круто, чтобы вы катались, зажигали, чтобы радовались жизни, чтобы радовали друг друга. Ну и как вы заказывали? Вам подарочек. Кому-то подарочек, кому-то кого. Держите. И так совпало то, что Александр знал о том, то, что мне нужно постричься, ему нужно было постричься, и он мне позванивает, типа, что ты постригся? А я вот в этот момент записываюсь на стрижку.
Я говорю, все, отменяй запись, еду с тобой. Я думал, он сейчас подъедет на машине, он подъезжает на байке, в костюме, с ключом на 10 в карманчике. Я думаю, ну, символично, вполне. Ладно. Подъезжаем, собственно, в парикмахерскую, начинаем стричь. И что-то там Александр разговорился с парикмахером, и Александр спрашивает, парикмахер спрашивает у Александра, а у кого свадьба-то? А, получается, я с ним? И он говорит, наша? В этот момент мне там лаком что-то там делают. Я сижу, думаю. Я невеста. А ты ну ты помнишь эту ситуацию? А он без зазрения души, как бы такой, наша? Да. Я попытался как бы выровнять ситуацию, сказать то, что я его брат. У нас там... Просто... Некоторая любовь. Типа того, да? Вот. Хочу пожелать вам крепкой, здоровой любви, чтобы вы были счастливы, ценили друг друга. Чтобы вы уважали друг друга, ценили просто... Я очень сильно счастлив за вас, счастлив в том, что вы встретили друг друга, и долгих лет жизни мне хочется увидеть ананасовых жучат. Очень хочется увидеть. Я думаю, это мы увидим в следующей серии. Свет, добро пожаловать в семью! Екатеринбург и гости Екатеринбурга. Мы вообще безумно рады присутствовать на этой, не знаю, как это назвать, это торжество, либо это событие, либо это шоу, тусовка. Мы не знаем, что это такое. А для нас лично, допустим, с Евгением, да, это свадьба нашего племянника, который именно в развитии. Для нас это прилично. Второе это шоу, это любое событие, это шоу. Ребят, вы к этому очень долго шли с разных сторон. Саша с своей стороны, Света с своей стороны, Сан Саныч с блогом, Ананас со своим блогом. Вы как-то каким-то непонятным, вообще непонятной какой-то энергетикой вы связались между собой, и у вас образуется какая-то семейная интернет, какая-то коллаборация, которая имеет право на существование. Что хочу я пожелать от меня, Евгения Скарлик, от нашей семьи, чтобы это были чувства. Неважно, какие чувства, это чувства между людьми, это чувства между контентом, чтобы это была синергия. Это важно. Чтобы вы понимали ценность друг друга, друг перед другом. Ответственность — это очень ответственный шаг. И, как сказал уже мой сын, чтобы это были ананасовые жучата, или жуковые ананасы, не важно, что это получится, да? Чтобы семья, чтобы она привела еще и смысловое выражение. Мы с маленького города Бирск, Башкортостана, который у вас... Да. Мы больные творческими судьбами, и ваша свадьба – это творческая история, на которой я нахожусь в первый раз. Да, которую нахожусь в первый раз в жизни своей. Это вообще классная история. А это то, что сделала супруга именно для вас? В общем, вам надо познать. В общем, тут такая история. Я обычно делаю подарки на свадьбу, и они всегда получаются разные. Но в этом случае они получились очень похожи. Благодарна, что я попала на вашу свадьбу. Екатеринбург мой один из любимых городов, поэтому я чувствую себя здесь очень круто. И хочу, чтобы мой подарок тоже зашел вам так же круто, как мне заходит ваша свадьба. Итак, он, естественно, ппшный, потому что Светочка заботится о фигуре. Посмотрите, какая невеста. Гости дорогие, дайте шуму невесте! Светочка, смотрю на тебя, аж кусок горла не лезет. Ну и
естественно, символ тебя, символ этой свадьбы, символ вообще повсюду, ананасик, само собой, без него не проходит сегодня ни одно событие. И вот есть два бокальчика. Они тоже здесь не просто так, они для... А, кстати, заметили руки, которые держат этот букет, а? Дайте шуму, ребята! Свадьба такая прямо неожиданно была маленькая, но мы очень рады за тебя, что все было хорошо у вас. Вид счастья. Горько! 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 Black leather glove, no see-through. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide, ay. Can't let this one slide, ay. Don't you wanna dance with me, no. I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap, where we from? Baby, don't you wanna dance with me, no. I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here. Познакомились благодаря ночным квестам в 2015 году. И благодаря чему? Меня накормили и сказали... Лучше, есть больше. Примерно так и было, да. Присаживайся. Благодаря этому я в 2015 году побывала первый раз в Екатеринбурге. Познакомилась с замечательным Александром. Наша дружба длится до сих пор. Со Светланой. Мы познакомились в прошлом году, когда мне позвонил Саша, сказал, ты летим в Петербург. Говорю, конечно, давайте. Мы вас примем, приезжайте. И я все-таки надеюсь, что я участвовала в создании этой замечательной лечения общества. Поэтому, Саша, Света, примите искреннее поздравление от Санкт-Петербурга, от всего коллектива «Ночных квестов» города Санкт-Петербурга, а также от всего коллектива старейшего автоклуба Санкт-Петербурга СТВРТ. Мы очень рады, что именно сегодня создалась эта ячейка общества. Я вас безумно люблю и надеюсь, что наша дружба продлится очень-очень долго. Поздравляю вас. Саша, Света, я вам желаю, чтобы вы любили друг друга до конца жизни. Это всерьез, я не верю. It's a fantasy. Pauses, reason of the overcome to break. Witness die, turn along and be about to history. To be me. Yeah!
наша свадьба – это шумное событие, такое же шумное, как наша жизнь. Я надеюсь, все шум будет только хорошим. Хорошо? А я вам спою. Красивая пара, и я надеюсь, что у вас все будет хорошо в дальнейшем. И нужно обязательно пойти за дочкой, либо за сыночком, потом в дальнейшем. Обязательно. Это вам на ваш, не знаю, отпуск, возможно, ближайший. Люблю, целую. Если вы хотите прожить, блядь, долго и счастливо, я вам сейчас буду рассказывать. И в горе, и в радости. Замолчали. Ух, тихо. Молодец! Тишину поймали? И в здравии, и в болезни. Друг друга поддерживать любыми словами. Мужчина – это цель. Любая цель. Неважно, нравится тебе она, Света, или нет. Поняла? Цель – это мужчина. Ганыч, Света – это энергия. Не нравится тебе или нравится – неважно, это энергия. Понял? Питайся! Принял? Принял? Аминь. Она может быть как плохая, так и хорошая, но это твоя энергия, которую ты выбрал. Я очень сильно вас люблю. Я за вас люблю пипец как. Ура! Я в вас очень верю. Я вас очень люблю. Поздравляю! Я не стала подписывать наш подарок. Вы поймете, что это у нас. Вам будет чем заняться в дороге. В общем, я поздравляю вас с днем свадьбы. На первой свадьбе, кстати, всегда говорил, что я не была. И я рада, что на второй. Надеюсь, это последняя. Я была очень много шуток, я сегодня обсудила со всеми гостями на эту тему, но мы не стали. Я не буду говорить сейчас за тебя. Вот, ну просто посмеемся. Так, в общем, я вас поздравляю, у меня есть вам подарок. Так, это первый свадьба. Второй букет, это я просто два букета взяла и тебе типа, да, на самом деле это не так. Так, и не менее второй подарок. Спасибо. Я могу забрать. Ты сама? Давай, Ласка. Короче, посмотрите. Здесь
Это так круто. Дёрни, другое надо. Здесь кое-что для вас отдаёт. Это парный лук. И самое важное, подожди. Я знаю, что вы... Я не знаю, ты же... Ты знаешь? Я плавник. Нет, я имею в виду за спор. Нет, они сами сделают. И они все сами сделают. В общем, короче, здесь мерч, который я делала сама. И я рада подарить его вам, как обладателю первого моего бренда. Значит, Yoga Project, куда ты еще не сходила, я тебя очень жду. Вот. Но буду рада видеть вас в этом парном рынке. Ваша дочь. Вставай! Это М-ка. Это пакет. Это газеты. Это для привет. Ура! Ваши аплодисменты! Ребят, я на самом деле очень рад здесь находиться, поздравить вас с чудесным, ярким, красивым, прекрасным днем. Желаю вам, чтобы вы жили крепко, были счастливы, любили друг друга, кайфовали от каждого дня. И делали как можно больше всяких сумасшедших штук. Какие вы всегда есть. Не меняйтесь, будьте собой. Несите эту херню, которую вы сейчас несете, до старости. Иначе потом старость скучно, тряхло. Нет, так не будет. Вот, чтобы было все подтянуто, натянуто, трогать, чтобы было всегда. Во вторую, третью, четвертую брачная ночь, это когда ты в браке, правильно? Она первая, вторая, третья, четвертая, так вот в чем ловушка! Yes! Она всегда! Друг друга любите, заботьтесь, цените. Мы вас очень любим. Мы тебя совсем давно знаем, можно сказать, с самого начала пути, когда ты стал более-менее известным. Ты, по-моему, похожа, да? Так же. Знаем одинаково. Ганыча начал его уважать из-за того, что он начал хорошо готовить, вкусненько, ждет всегда гостей. Поэтому ждем приглашения всегда в гости. Вкусной еды и хорошей энергии от Светланы. Саша и Света, очень приятно здесь сегодня находиться. Спасибо, очень крутое мероприятие. И мы вам желаем такой же яркой. Я вам еще на самом деле желаю не заморачиваться по пустякам, как желать быть своей дежуркой, в своем управлении. У вас очень круто получается. Не знаю, как вы это вывозите, у меня было уже новые силы закончились, я бы спать. Что-то какие-то движухи, мото постоянно. Вот. Вот, я вам желаю кайфовать от жизни и наслаждаться каждым днем. Спасибо за приглашение, все очень круто, все очень нравится, вы молодцы. Ура! Right for a slide. Basically I'm saying either way we about to slide. Hey, can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, ay, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah, never stop. Got so many ops, I be mistaken, ops for other ops. Got so many peeps. Видно, что Андрей занимается в спортзале. Thank you.
Всем привет! Мы дружим со Светой 14 лет. Саней 2. Без проникновения. Несмотря на то, что моя шашка постоянно у его ног, но тем не менее. Итак, я хочу вам с большим удовольствием огласить информацию, что это единственная пара на всей планете, которой мне довелось написать песни по отдельности. Вот этой прекрасной конфетке в 2008 году я написал композицию, которая звучит следующим образом. Поехали. Ее зовут Сида! Ее зовут Сида! Ее зовут Сида! Запомнил? Повтори, Сида! Ее зовут Сида! Ее зовут Сида! Ну и Света! Ее зовут Сида! Только трон! Я тебе везде... 2008 год. Авторская песня «Говно», согласен, но Моргенштерн тоже вдохновлялся. Следующая музыкальная композиция абсолютно случайно родилась. Меня попросили на заказ написать песню, гимн для Саниной команды, когда они в «Ночном базаре» участвовали. Чтобы вам не казалось, что я блефую, звучит она следующим образом. Поехали. А есть? Все, кто из Зум-Зума, выходите сюда, быстренько, включаем. Там 5 всех. Для кого-то игра, для кого-то война. Сейчас будет штаб, штаб, ты земля, кто? Слева будет поворот, очередной вход. Ты сука, фрест, вот сейчас концовка. А я переста. Зум, ночной зум, зум, ночной зум, зум, ночной. Ночной зум-зум, вашему вниманию, вся команда сборной колясочки. И вот таким образом я могу себя выставить в роли Купидона сейчас. Потому что каким-то неведомым образом Вселенная через мои песни соединила два эти сердца. Давайте пошумим погромче этой прекрасной паре. Надеюсь, заразы, надеюсь, что я не буду выступать уже полностью голым на третьей свадьбе твоей. Понятно? На первой свадьбе я в костюме девочки Саня Рот выступал. Сегодня мне пришлось со Скайпом посвятить. Третьей свадьбы не будет. Все, договорились? Все, жду от вас еще троих негритят. Ну что получится, в общем? Здесь у меня баян. Представляете, это июль. Урал, Екатеринбург. Ребята направляются на городской курорт Ривьера, в город Заречный. Слушают прекрасную музыку. И пока что мы все вместе начинаем. Перебери горы причин, перебери горы причин, но не дай мне. Перебери горы причин, перебери горы причин, но не дай мне. Перебери горы причин, эй! Перебери горы причин, но не дай мне. Перебери горы причин, но не дай мне. И сейчас одно слово. Все! Это любовь, это любовь, это любовь. Давай, показывай. У меня звездами сыпятся рифмы. Мы с тобой разобьемся о рифмы. Наши тела унесут небо крифы. И о любви нашей напишут мифы. Мы герои романов, детективов и всех сериалов. Мы герои городов и причалов. Наше море всегда 9 баллов. Баллов, баллов, 9 баллов, баллов. Баллов, баллов, 9 баллов. Баллов, баллов, 9 баллов. Баллов, баллов. Сердце танцует, как не гори. Давай с тобой заключим пари. Перебери горы причин, перебери горы причин, но не дай мне. Перебери горы причин, перебери горы причин, но не дай мне. Перебери горы причин. Приготовились? Поем все вместе, договорились? Это любовь. Раз, два, все. Это любовь, это любовь, это любовь, это любовь. Поет только Света. Все девочки, помогайте.
страшная богиня и берегиня Светлана. Я тебя заклинаю и зарекаю, ни в коем случае не предавай ни чести, ни достоинства этого мужчины. Тебе член отрежу, если что-то пойдет не так. Во имя любви! Ну и для финальной эякуляции мне нужно еще два стула и еще четыре рослых мужика. О-о-о! Нет, все, стул лишний, а ты нужный. Выбирай. Тебе можно было стул не давать даже нафиг. Так, ну ты одной такой хотя бы. Нет, вот так. Не надо переставлять, батя делает все как надо. Вставайте на стул, снимайте обувь, да. Я не проктолог, не переживайте, ребята. Снимайте обувь, вставайте на стул. Нет, носки не надо, я не злоупотребляю. Так. Не надо так вальяжно это делать. Мы пришли сюда смотреть, как ты кеды снимаешь. Так, и у меня есть волшебная помощница, фея Ксения, где она? Которая раздаст реквизит, собственно, это наш свадебный подарок. Ага. Вам нужно сейчас... Да не надо, куда? Куда, не надо? Что такое? Это чей? Кто его привел сюда? Башкирский, все понятно. Нет, ты не передавай. Вам нужно развернуть сейчас по моей команде. Подождите. Вот алкоголь вообще какая сила. Разворачивайте по нашей команде. Договорились? Ксюш, ты контролируй. А вы выходите, когда мы крикнем «Ананасовый жук». Хорошо? Вы выйдите вперед. Итак, приготовились. Когда я кричу «Я гей», вы Когда я кричу «Разворачивай!» Вы разворачиваете. Договорились? Разворачивайте и поднимайте максимально вверх. А мы сейчас все вместе кричим. Да переверните. Не так. Вот так. В длину. Вот сюда. Вот так. Ананасовый жук! Вот такие шторы. Вот такие шторы теперь будут украшать спальную зону. И можете делать как можно чаще. Сначала так, потом не так. Потом можно штору убрать, у другой человек ему носу поставить. Астролингеру. Я больше 10 лет работаю ведущим. И не важно, что вам сейчас не понравилось мое выступление. Просто я не веду свадьбы принципиально. Потому что в наше время это какая-то фейкотня происходит. Зачем давать клятвы и кольца надевать, если вы через 2 года разводитесь? Это ложно. Это неверно. Наши предки жили гораздо крепче и дольше. Любите друг друга, держитесь друг за друга. Я вас сердечно умоляю, потому что наша сила, нашей расы, наш род могучие и великие. Будьте терпимее. Истинную любовь желаю познать каждому из вас. Пусть эта пара будет эталоном. На Урале хотя бы, для того, чтобы все могли на вас равняться. Мы вас очень любим. Держимся! Горько! Хочу пожелать вам, чтобы ваши дороги всегда были ровные, без кочек. Хотя, если даже кочки будут, то все равно сломанные, починишь. Да. Поэтому давайте еще, знаете, что хотел пожелать? Пусть у людей ломаются машины, да? Но у вас пусть ломаются. Чтобы люди приходили к вам чинить, и у вас деньги были. Зеленые светофоры, дешевых бензинов, что еще? Еще, если вдруг что-то случится у тебя, да, Света? Чтобы ты смогла, допустим, если это связано с шинами, чтобы ты смогла надуть свою гелик. Не знаю, что там у тебя, не знаю, что за машина у тебя, поэтому хочу тебе подарить вот такой вот компрессор автомобильный, чтобы он у тебя был всегда с собой. У вас теперь есть компрессор. Будем пшикать. Тут просто эта штука, которая засовывается в прикуриватель. Есть у кого свободно прикуривать? Вот, пользуйтесь. Пусть машины не ломаются. Мы в городе! Yeah!
что на Алике мне жить неплохо. На ногах и Алике, но мне как-то плохо. Покупаю, что на Алике мне жить неплохо. На ногах и Алике, но мне как-то плохо. Покупаю, что на Алике мне жить неплохо. На ногах и Алике, но мне как-то плохо. Кучи, я мечтаю ноль. Твоё время много, мания в кармане ноль. Маме, 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 маме знает, а потом что без разрешения полное фуфло. Эши, эзэ, фадич, дай мне по. Эши, эзэ, фадич, дай мне по. Молодой стиль, молодой флоу. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance? Светочка, Сашечка, я вас поздравляю. Я вас слушала каждый день. Нафига! Я тебя каждый день вижу. Я тебя каждый день слышу. И хочу, чтобы ты была счастлива. Господи, ты заслужила это счастье! Ты заслужила это счастье! Похлопайте, пожалуйста! Ты молодец! Я тебя поздравляю! Я тебе желаю вот... Ну, поздравляю тебя вот своим творчеством! Я хочу, чтобы... Да, Медуза, ну, такая яркая, счастливая, такая подвижная, как вы сами. Я хочу, чтобы это оставалось у вас в доме. Но Медуза, она такая беззащитная, сильная, ее может укусить насмерть. Ребятки, ну, без Медузы, вы гармоничная пара, очень красиво. Вам всего самого наилучшего. Вы супер. Спасибо, очень приятно. Еще хочу добавить, ссорьтесь, миритесь, но главное, вместе в постель ложитесь. Поздравляю тебя и твоего мужа с вашей свадьбой. И на самом деле, этот костюм был не просто так на мне надет. Это подарок на твою свадьбу, так как ты ананас, а не я. И я хочу, чтобы ты его надела на себя сегодня. Конечно. Я буду только за. Итак, Светлана, ты же помнишь, что все мои конкурсы сексуальные? Тебе нужно в этом костюме сексуально подвигаться. Покажи, что ты можешь. Не стесняйся.
Вася, прошу тебя. Ну а теперь можно просто помолчать и насладиться ярким страстным танцем от молодоженов. Подышим. Тита и Тарантула играет им. Давайте музыку погромче. Во время клятвы я первый раз услышал, что был непосредственным участником
ваших отношений. Это очень круто, я был очень впечатлен. В-третьих, живите счастливо, растите вместе, чтобы рост тебя и тебя в общем и целом давал квадратичный рост вас обоих. Let's go, motherfucker! Let's go, motherfucker! Yeah! Yeah! Let's go, motherfucker! Короче. Чтобы ты не строил холод для своих кубков. Как это не строил? А куда ставить кубки? Кубки должны приходить от побед, а не от того, что ты их ожидаешь. Сначала накопить, потом построить. Сначала накопить надо, потом построить. Ты должен крепить и выиграть. И полка строится под твои кубки. Ты не должен строить полку под кубки, чтобы типа я, может быть, какая-либо выиграла. Ты, может, пришел, выигрался. И тогда, ты построишь точку под свои кубки, под наши кубки, командные. Потому что я иногда же бываю и вторым, и третьим. Ну, я же как иногда... Я иногда езжу, когда я такой, ну может быть я потрачу там 15 тысяч на пару покрышек, чтобы выехать на один уикенд, так сказать, и выиграть. Тогда мы, конечно, выиграем. И ты построишь полку для этого. Надо строить полку для того, чтобы когда-либо выиграть. Ты должен просто выиграть, потом построить полку. И машина должна ехать. Вот. Гонки гонками, а полки полками. Я хочу вас от нас всех пожелать вам счастья, здоровья, всего самого лучшего. И мы не думали, что вам подарить такое? Деньги это... Деньги вы заработаете. И так как у вас такой хештег, у нас мужик, мы решили вам подарить вот такую экзотику. Вот такой маленький ананасик, вот такой большой-большой жук. И вот такой вот небольшой презентик. Ну, в общем, Саня, ты должен заботиться о нем. Потому что у нас это очень такой вредненький, вредненький. Ну, в цепь напишешь неправильно. Хорошо, я тебе обязательно напишу. Ты же знаешь, я тебе все напишу. В общем, когда он подрастет, вы вместе вкусите плод вашей любви. Он будет уже вкусный, насыщенный, ароматный. Самый-самый приятный, самый прекрасный аромат любви. Я желаю вам этого плодик такой небольшой. Я надеюсь, что вы очень... В общем, поздравляю вас. Это за что? Передаю эстафету. В общем, все твои золотые кубки и полка должна быть полностью отдельная комната с вашей. Я надеюсь, каким-то огромным потом пришел в доме. Вот это видите, чтобы кубки были реально золотые, чтобы света была всегда золотая. На первом месте. На первом месте это естественно. Это же пули на первом месте. Полка должна выглядеть вот так вот, треугольно. Сверху фотография света, потом кубки. Так что вам я очень рада, что ты у меня есть. Я такая у тебя в
всегда все хочу, у меня всегда почему-то все ломается, у нас с тобой такая интересная дружба. И как-то я тебе монтировала рилс, и ни раз в жизни не исполняла. Я, конечно, не помню слова, хорошо, что у меня плюс. Так что, ну что, Ганыч, ну чё, починил? Ну? Чё? Йоу, чё? Починил? Починил? Я тебя очень люблю, ты мой мужчина, прям мужчина. А-та-та. Это хит ТикТока. Чё починил? Чё починил? Ну чё починил? Эй, Ганыч! Чё починил? Чё починил? Ну чё починил? Эй, Ганыч! Ну чё починил? Чё починил? Эй, чё починил? Эй, Ганыч! Чё починил? Чё починил? Ну чё починил? Давай уже бросай своему фрэнки, готовы дать тебе любые деньги. И даже взять пивасика для праздника, чтоб сделать классику. И все вместе! Эй, Ганыч! Чё починил? Чё починил? Ну, чё починил, мой гелик? Чё починил? Чё починил? Ну, чё починил, как копы? Чё починил? Чё починил? Чё починил? Эй, Ганыч! Чё починил? Чё мне починил? Чё мне починил? Я не удалила твой номер. Нет, не удалила. У меня еще будет сломаться, мне надо все чинить. Эй, Ганыч! Чинил? Чё, починил? А вы света светите? Давайте свети, сделаем хороший шум. Давайте поорём, ребята! Ну чё, Санёк, починил? Это моя цепь! Соловьиный лавин, попорный снизу Катрина. Девочка Бог, девочка Любовь, самого сильного клина. Ты меня больше половина, правда клятся штурмы нас. Не мамы, мари, мари, в алмазах нам пойдёт приколесма. Мари, видимо, видимо, либо видимо, видимо. Переведи меня, мам. Я выхожу вместе с любовью, парами за рта. Свобода, это фантом, там нету тепла для меня без тебя. Айда, любите кататься, перевернуть этот мир, попытаемся. Где не будет рамки, вселенной, мы типа только переливаемся. Обо всем минам это весна, это любовь и не чудесна. Я для тебя, ты для меня, целый мир, просто держи меня за ума. Я тебе пою про то, как я тебя люблю. Девочка, мечта, я в тебе утону. И перед тем, как я мне пойду ко дну. Senators!
спасибо, что вы сегодня с нами. Это очень ценно. Спасибо за такого классного мужа, за меня такую, которая досталась такому мужу. Нет, я про родителей, что спасибо моим родителям за то, какая я выросла, и спасибо твоим родителям за то, какой ты классный у меня. Вот. Спасибо! Конечно, да, мы придерживаемся, я придерживаюсь тоже политики, и хочу сказать спасибо своим родителям, спасибо родителям Светы, потому что, в принципе, то, кем мы выросли, это все только в ваших руках. Вы любили из нас, как из глины, мы не всегда были послушными, не всегда были хорошими, но мы вас любим, спасибо большое, и я хочу подарить букет вам, спасибо за дочь, у вас очень прекрасная дочь, я хочу разделить с ней всю жизнь. Поехали! Пойти с тобой на Урале, песни про гитару, как мы
нами напугали. Спасибо! Да будет у вас в жизни такая же жара, как была сейчас.